Бритва Хенлона – это инструмент экономии мыслей у думающих людей. Если слишком долго углубляться в идею, может протечь фляга. Поэтому, чтобы не думать лишнего, и существуют такие бритвы. Подписывайся и смотри схожие ролики в моем профиле. Бритва Хенлона гласит: «Не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью». Если в диалоге против вас используют манипуляцию или логическую ловку, про которые я ранее рассказывал, не нужно думать, что ваш оппонент продуманный манипулятор. Скорее всего, он просто не может логически рассуждать. С этой бритвой удобно критиковать власть или читать СМИ, выпускающие гневные статьи, в которых злой умысел легко объясняется некомпетентностью, бардаком и глупостью. Естественно, если не будет доказано обратное, что злой умысел таки есть. Также бритвой отлично срезать эмоции на грубость в вашу сторону или на критику. Бритва Хенлона сбережет ваши нервы, а общение с друзьями, родственниками и коллегами станет проще. Просто попробуйте предположить, что негативное событие произошло из-за глупости. Не придумывайте себе лишнего, и вы станете добрее.